Сергей Труханов. Она встала на цыпочки и закрыла окно щитом. И он тоже проснулся и нащупал спички в комоде. И они стояли так близко, как дождь и дом. Когда дом все стоит, а дождь не проходит. И тогда он сказал ей, что наступает зима. Они сняли две комнаты в доме напротив почтанта. И она целый вечер в потемках расставляла дома, чтобы Тютчев был там-то, а Данте был там-то и там-то. И они просыпались, курили, варили овес. Он часами смотрел, как живая от края до края. Она неподвижно лежала под дождем его слез. Иногда закрывая глаза, иногда открывая глаза.